Белорусские аграрии преодолели миллионный рубеж в уборке зерновых и зернобобовых культур. Такую информацию предоставил Минсельхозпрод на 2 августа. Лидируют южные регионы – Брестская и Гомельская. Завершает список Витебская область, которая последней включилась в жатву. Зерновые и зернобобовые убраны с 300 тысяч гектаров. Это примерно 13,5% от общей площади. В среднем с 1 гектара в этом году аграрии убирают 33,7 центнера. В прошлом году на эту дату показатели были выше. Международные эксперты прогнозируют в этом году сокращение производства зерновых в мире на 4% на фоне неблагоприятной погоды. Вместе с тем потребление должно сохраниться на высоком уровне, на основании чего впервые за последние 5 лет могут сократиться мировые запасы зерна. Вместе с тем Беларусь входит в группу государств с достаточным уровнем производства зерновых. На душу населения у нас приходится более 900 килограммов зерна. Объемы произведенных в стране зерновых хватает, чтобы полностью обеспечить собственные потребности как в продовольственном, так и в фуражном зерне. Доля страны в мировом производстве зерна за последние 15 лет выросла с 26 до 38%. Всего в этом году планируется собрать более 7 миллионов тонн зерна.